государственный флаг Российской Федерации, знамя победы, смирно! Для встречи слева, на краю! На площадь имени Куйбышева вступает знаменная группа. Она выносит государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Это официальная копия боевого полотнища 150-й стрелковой ордена Кутузова второй степени Идрицкой дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, водруженного 1 мая 1945 года над Рейхстагом. Знамя Победы является государственной реликвией и официальным символом победы советского народа и его вооруженных сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. В знаменной группе офицеры 15-й отдельной мотострелковой миротворческой бригады. Именно им предоставлена честь открывать парад Победы. Командир знаменной группы, старший помощник начальника отделения боевой подготовки, старший лейтенант Алексей Рекунов. Государственный флаг Российской Федерации несет командир взвода лейтенант Николай Семенов. Знамя Победы в крепких руках заместителя командира мотострелковой роты старшего лейтенанта Василия Губаренко. Ассистенты знаменосцев. Старший лейтенант Сикучев, лейтенант Бирючинский, старший лейтенант Мележек, лейтенант Коваленко. Это ответственное право. Офицеры заслужили добросовестным отношением к службе и высокими показателями в боевой подготовке. Офицеры знаменной группы являются примером выполнения воинского долга. С честью несут высокое звание офицера Вооруженных сил России.
Вольно! Парад! Смирно! Для встречи слева! На крапу! Командующий парадом генерал-майор Волок встречает командующего 2-й гвардейской краснознаменной армии генерала-майора Геннадия Житко. Он сегодня принимает парад. Товарищ генерал-майор, войска Самарского гарнизона для парада во знаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены. Командующий парадом генерал-майор Волок. Гвардии генерал-майор Геннадий Валерьевич Житко указом президента Российской Федерации 5 апреля 2017 года назначен на должность командующего 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа. Геннадий Валерьевич, участник боевых действий, за боевое отличие, образцовое исполнение воинского долга, за храбрость и отвагу награжден орденами, за военные заслуги и за заслуги перед Отечеством 2-й и 4-х степеней. Командующий 2-й армии генерал-майор Житко и командующий парадом генерал-майор Волок объезжают парадные расчеты и поздравляют войска с праздником Победы. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Ура!
Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 72-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ генерал майор! Поздравляю вас с 72-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 72-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас 72-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 72-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Ура! Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин. Дорогие ветераны, уважаемые участники парада, уважаемые жители Самарской области, сердечно поздравляю вас с великим праздником, Днем Победы. Чем дальше от нас, то суровое,
полное тяготы, лишения и время, тем глубже мы осознаем исторический смысл и человеческое измерение подвига наших отцов, дедов и прадедов. Благодаря вашему мужеству, отваге, стойкости и самоотверженности мы имеем возможность жить, мирно трудиться, растить детей в великой и свободной стране. Раны, нанесенные этой страшной войной, и сегодня пронзительной болью отдаются в наших сердцах. Более полумиллиона куйбышевцев сражались за Родину на фронтах Великой Отечественной войны. Каждый второй из них не вернулся домой. 233 жителя области были удостоены высшей награды Родины – звания Героя Советского Союза. 36 стали полными кавалерами Ордена Славы. Мы по праву гордимся тем, что в годы войны Куйбышев стал запасной столицей страны и настоящей кузницей, где ковалось оружие победы. Собранные у нас знаменитые штурмовики Ил-2 сыграли важнейшую роль в разгроме фашистских захватчиков. Гитлеровцы называли их «Черная смерть». Эти самолеты стали ударной силой советской авиации и во многом предопределили исход войны. Изготовленные руками наших земляков авиабомбы, артиллерийские снаряды разили фашистов на всем протяжении фронта, от Черного до Баренцева моря. Наши сельчане, в основном женщины, старики, дети, самоотверженно трудились на полях, чтобы обеспечить нашу армию продовольствием. Все они, каждый в меру своих сил, как могли, приближали светлый миг победы. И наш святой долг – сохранить память о каждом, кто внес свой вклад в разгром ненавистного врага. Символом этой памяти стала всенародная акция «Бессмертный полк», объединившая миллионы наших соотечественников. Эта народная инициатива изначально поддержана лично президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, охватила уже полсотни стран мира. В рядах «Бессмертного полка» люди разных возрастов и поколений, национальностей и вероисповеданий. Это свидетельство того, что для наших сограждан победа в Великой Отечественной войне была, есть и будет главным событием в истории нашего Отечества. Это и важнейший залог сохранения исторической правды о войне. Это духовный фундамент могущества и процветания нашей державы на многие и многие годы вперед. Как сказал поэт Евгений Евтушенко: «И не иссякнет Русь, пока течет великая река из лиц бессмертного полка». Дорогие ветераны, в этом году Самара впервые встречает День Победы в статусе города трудовой и боевой славы. Присвоение столице нашей области этого почетного звания прежде всего ваша заслуга. И мы будем помнить об этом всегда. Низкий вам поклон за все, что вы сделали для нашей страны, для всего человечества. На примере солдат Победы, на вашем личном примере, все новые и новые поколения учатся преданно и честно служить Отечеству, отдавать все силы ради свободы, величия и процветания нашей Родины. Дорогие товарищи, с минуты на минуту на этой площади, с которой осенью 1941 года уходили на фронт бойцы Красной Армии,
начнется военный парад. Он продемонстрирует мощь наших вооруженных сил и преемственность поколений защитников Отечества. Пусть все знают, потомки тех, кто водрузил знамя победы над Рейхстагом и сокрушил фашизм, дадут отпор любому агрессору, посягнувшему на свободу и независимость нашей страны, нашей великой России. От всей души желаю вам, дорогие ветераны, вашим родным и близким, всем жителям Самарской области здоровья, благополучия, счастья, мира и добра. Слава солдатам Победы! Низкий поклон вам, труженики тыла! Слава народу-победителю! С праздником, дорогие друзья! С днем Великой Победы! Командующий 2-й гвардейской краснознаменной армии генерал-майор Геннадий Валерьевич Жидко. Дорогие ветераны, товарищи генералы и офицеры, прапорщики и старшины, сержанты и солдаты, уважаемые жители и гости Самары, поздравляю вас с 72-й годовщиной Великой Победы, победой в войне, ставшей суровым испытанием нашей Родины, испытанием народного духа и сплоченности. 9 мая 1945 года полным разгромом фашистской Германии и ее союзников завершилась Великая Отечественная война, самая масштабная и жестокая война в истории человечества. Приветствую солдат Великой Отечественной. Сегодня вы вновь в одном строю с новым поколением защитников Родины. В этот памятный для нашего народа день мы отдаем долг благодарности тем, кто в тяжелых условиях, на фронте и в тылу, не щадя сил и самой жизни, завоевал великую победу. Герои, погибшие в боях против фашистских захватчиков, сражались за свободу, мир и безопасность нынешних поколений. В памяти народа навсегда останется великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, вынесших на своих плечах тяжесть борьбы с нацизмом, отстоявших свободу и независимость Родины. Проявив беспримерное мужество, доблесть и самоотверженность, наши народы защитили мирное будущее Родины. Все мы перед ними не в оплатном долгу. Победа над фашизмом, злейшим врагом человечества, служит для нынешних поколений наших граждан великим примером. Сегодня цивилизация вновь столкнулась с жестокостью и насилием, терроризмом. Стал глобальной угрозой, мы обязаны это победить зло. Сегодняшний парад – это не только дань уважения всем, кто отстоял победу. Мы хотим сказать, что готовы следовать обычаям и отправлять в бегство тех, кто пришел к нам с оружием. По площади Куйбышева торжественным маршем пройдут более 2000 военнослужащих, достойных примерников наших ветеранов в ратном деле служения Отечеству. Дорогие наши ветераны, вы герои этого великого Дня Победы. Низкий вам поклон. Ваш подвиг предопределил мирную жизнь для многих поколений нашей страны, дал свободу многим странам и народам. С вами мы привыкли побеждать. Эта привычка вошла нам в кровь, стала залогом не только военных побед. Еще не раз она выручит в мирной жизни, поможет нашему поколению выстроить сильную, процветающую страну. С праздником вас, дорогие ветераны! Слава солдатам Великой Отечественной войны, создавшим прочное основание для будущих мирных побед. Вы передали нам героическую традицию, завещали право отмечать сегодняшний праздник как свой собственный. Мы все у вас не в оплатном долгу. Наши солдаты и командиры доказали, что они достойные преемники героев Великой Отечественной войны и с честью защищают интересы России. Уверен, что сегодня ветераны гордятся своими внуками, правнуками. Они их не подводят и всегда будут держать равнение на великую победу, на подвиг доблестного поколения победителей. С праздником вас! С днем Великой Победы! Ура! 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 Ура!
Ура! У! На плечо! Равнение направо! Шагом! Марш! Начинается торжественное прохождение войск. Возглавляет строй командующий парадом генерал-майор Сергей Волок. За ним на площадь вступает взвод барабанщиц Самарского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний. Яркий, красивый коллектив является гордостью и визитной карточкой института. Девушки обладают не только отличной строевой подготовкой, музыкальными данными, но и хорошей физической формой. Руководит взводом капитан внутренней службы Равин. Шаг. Продолжает парад знаменная группа. Вместе с флагами Российской Федерации и Знаменем Победы на площадь выносится знамя Вооруженных сил Российской Федерации. Возглавляет этот расчет командир инженерно-саперного взвода старший лейтенант Илья Лучкин. Награжденный медалью Суворова знамя Вооруженных сил Российской Федерации несет командир мотострелкового взвода старший лейтенант Валерий Рашевский. На площади парадный расчет роты почетного караула в форме одежды сухопутных войск, военно-космических сил и военно-морского флота возглавляет роту почетного караула командир батальона связи майор Щеканов. Рота представлена военнослужащими 91-й Келецкой орденов Александра Невского и Красной звезды бригады управления 2-й гвардейской армии. На марше юноармейский отряд «Самарский кадетский корпус школы номер 170» города Самары возглавляет парадный расчет начальник кадетского корпуса подполковник Савин. Военный парад продолжает парадная рота офицеров управления 2-й гвардейской общевойсковой дважды краснознаменной армии. В строю идут ветераны боевых действий, участники контртеррористических операции на Кавказе, отмеченные высокими государственными наградами. Над знаменной группой развивается штандарт командующего 2-й гвардейской общевойсковой краснознаменной армии. Возглавляет парадный расчет гвардии полковник Алексюк. По площади идут три парадных расчета 15-й отдельной мотострелковой миротворческой бригады. Подразделение бригады на 100% укомплектовано военнослужащими по контракту. В парадном расчете ветераны боевых действий, военнослужащие, принимавшие участие в контртеррористической операции на Кавказе, возглавляет расчет командир бригады полковник Авдеев. Один из расчетов одет в форму для несения службы в условиях особо жаркого климата. Продолжает торжественный марш парадная рота 21-й гвардейской отдельной Омско-Новобукской краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого мотострелковой бригады. Возглавляет парадный строй начальник ПВО гвардии подполковник Вольнов. Впервые в параде участвует 30-я гвардейская шестиординоносная мотострелковая бригада, которая была вновь сформирована 1 декабря 2016 года в поселке Рощинский. Командует парадным расчетом командир бригады гвардии полковник Медведев.
На площадь Куйбышева выходит парадный расчет 91-й Келецкой дважды орденоносной бригады управления 2-й гвардейской армии. Парадный расчет возглавляет командир бригады гвардии полковник Качинский. На площадь выходит 385-я гвардейская артиллерийская, Одесская, краснознаменная ордена Богдана Хмельницкого бригада. За годы Великой войны бригада принимала участие в боях за Ростов, Донбасс, Харьков, Сталинград, освобождала Николаев и Одессу. Парадным расчетом командует гвардии подполковник Апишев. На площади парадный расчет 234-го отдельного радиобатальона. Парадную коробку возглавляет майор Ки. В стройных шеренгах солдаты, сержанты, офицеры, выполнявшие различные задачи государственной важности. На центральной площади проходит парадная коробка 53-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы. Подразделения радиоэлектронной борьбы являются перспективным видом войск и выполняют задачи ведения войны 21 века, высокотехнологичной. Возглавляет парадную коробку гвардии подполковник Скрупский. На площадь Куйбышева торжественным маршем выходит сводный парадный расчет военнослужащих представительниц прекрасного пола 2-й гвардейской общевойсковой армии. Возглавляет парадный расчет начальник медицинской службы 21-й отдельной мотострелковой бригады гвардии майор Лилия Кулагина. В строю представительницы войск связи, медицинской службы и военные психологи. Торжественным маршем проходят 105-й орденов Кутузовой Красной Звезды бригада материально-технического обеспечения. Почетное право представляет соединение на параде поручено 358-му отдельному автомобильному батальону, лучшему по итогам зимнего периода обучения. Возглавляет парадный расчет 105-й бригады командир бригады полковник Турлов. На площадь Куйбышева торжественным маршем выходит парадный расчет 76-й дивизии противовоздушной обороны 14-й армии ВВС и ПВО, охраняющие мирное небо над Самарской землей. Парадный расчет возглавляет подполковник Бирюлин. На марше личный состав Главного управления МЧС России по Самарской области. Парадный расчет возглавляет заместитель начальника управления полковник Евгений Владимирович Сахно, который неоднократно принимал участие в ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, за что был награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени, медалью за отличие в ликвидации ЧС и другими наградами. Более 80% личного состава управления также награждены государственными и ведомственными наградами. На марше личный состав Волжского спасательного центра МЧС России. Парадный расчет возглавляет полковник Воробьев. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в условиях сопряженного с риском для жизни, полковник Воробьев награжден государственной медалью за отвагу. Более 80% военнослужащих центра также имеют государственные и ведомственные награды. Торжественным маршем проходит парадный расчет управления Самарской отдельной бригады и специализированного моторизованного полка войск Национальной гвардии Российской Федерации. Командует парадным расчетом заместитель командира бригады полковник Баранов. За мужество и героизм, проявленные на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, трое военнослужащих соединения удостоены звания Героя Советского Союза. Сегодня в составе Росгвардии военнослужащие вместе с подразделениями ОМОН и СОБР надежно обеспечивают правопорядок и общественную безопасность страны. На торжественном марше парадный расчет Главного управления МВД России по Самарской области возглавляет расчет полковник полиции Зефиров, отлично выполнявший служебные обязанности на территории Северного Кавказа. В парадном строю сотрудники дорожно-патрульной и патрульно-постовой службы. Все они действующие офицеры, многие из которых награждены ведомственными и государственными наградами. Торжественным маршем на площадь вступает парадный батальон Самарского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний. Парадные расчеты возглавляют начальники курсов майор внутренней службы Ельчининов и подполковник внутренней службы Примашев. Каждый год в составе парадного расчета института четким строевым шагом идет подразделение, укомплектованное представительницами прекрасного пола. Возглавляет парадный расчет младший лейтенант внутренней службы Галина Гунькова.
Торжественным маршем мимо трибун проходит парадный расчет 3-й отдельной гвардейской, краснознаменной, варшавско-берлинской ордена Суворова бригады специального назначения. Возглавляет парадный расчет командир батальона гвардии подполковник Бульба. Военнослужащие этой бригады высоко несут звание защитника Отечества. За плечами офицеров, идущих в парадном расчете, участие в боевых действиях на Северном Кавказе при проведении контртеррористической операции. Внимание! На площадь выходит колонна боевой техники, находящаяся на вооружении войск Центрального военного округа. Прохождение военной техники открывает бронеавтомобиль «Тигр». Эта машина изготавливается на Горьковском автомобильном автозаводе. Бронированный автомобиль имеет 3-й класс баллистической защиты. В крыше машины имеется вращающийся люк и кронштейны для крепления оружия. Следом на базе автомобиля УАЗ идут автомобили «Гусар», созданные на базе внедорожника. Эта автомашина относится к классу легких штурмовых автомобилей. Машина способна доставить солдат в полной боевой экипировке до точки, не обращая никакого внимания на дорожное покрытие. По площади Куйбышева впервые идут танки Т-72Б3. Экипажи представляют 21-ю тяжелую гвардейскую мотострелковую бригаду. Эти боевые машины поступили на вооружение соединения в текущем году. На площади боевые машины пехоты БМП-2. Это плавающая гусеничная техника. Машина предназначена для обеспечения личному составу мобильности, вооруженности, защищенности на поле боя. На параде самоходный гаубицы М100С. Это самоходная артиллерийская установка на базе шасси танка Т-80. Масса машины 42 тонны. Боевой расчет 5 человек. По площади идут бронетранспортеры БТР-82А. Повышена живучесть машины. Обеспечена защита экипажа агрегатов и систем бронетранспортеров от поражения бронебойными пулями и взрывов. На площадь выходит колонна реактивных систем залпового огня БМ-21-1 «Град». Эта установка предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы небронированной техники и бронетранспортеров в районе сосредоточения артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей. На марше реактивные системы залпового огня «Ураган». Это оружие предназначено для поражения живой силы, вооружения и техники в зоне боевых действий на удалении от 10 до 35 километров. На площадь выходят оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». Они представлены пусковыми установками и транспортно-заряжающими машинами. «Искандер» создан с использованием современно-научно-технических и конструкторских достижений в области оперативно-тактических ракетных комплексов. По совокупности реализованных технических решений, высокой боевой эффективности, «Искандер» является высокоточным оружием нового поколения. На площади замыкают прохождение колонны военной техники зенитно-ракетные комплексы С-300ПС 76-й дивизии противовоздушной обороны 14-й армии ВВС и ПВО. Это оружие
предназначено для уничтожения всех видов аэродинамических и воздушных целей противника. В настоящее время системы С-300 составляют основу противовоздушной обороны страны. На базе С-300 разработана новейшая система С-400, способная вести огонь как новыми ракетами, так и использовать боезапас своего предшественника. Над площадью имени Куйбышева прошла в парадном строю авиагруппа в составе транспортно-боевых вертолетов Ми-8 МТВ и двух фронтовых бомбардировщиков Су-24 14-й армии Центрального военного округа, прилетевших из Челябинска прямо сейчас для участия в параде. Первое звено группы армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах Ми-8 МТВ возглавлял командир вертолетного звена летчик первого класса майор Кулябов. Второе звено группы армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах Ми-8 МТВ возглавляет начальник службы безопасности полетов летчик первого класса капитан Горбунов. За штурвалами самолетов Су-24МР командир авиационного звена летчик первого класса майор Малахов, который одним из первых в мире осуществил пуск ракеты Р-60 по воздушной цели с самолета Су-24. За штурвалом второго Су-24 военный летчик второго класса старший лейтенант Алексеев. Летчики поздравили нас с праздником Победы и убыли на место постоянной дислокации. Во время военного парада на площади вместе с нами поздравлял ветеранов с Днем Победы сводный военный оркестр Самарского гарнизона под управлением военного дирижера капитана Вячеслава Ворушилова. В составе оркестра музыканты 15-й отдельной мотострелковой бригады, 3-й отдельной бригады специального назначения, 385-й артиллерийской бригады, 30-й отдельной мотострелковой бригады Министерства обороны Российской Федерации, а также музыканты оркестра 113-го специального моторизованного полка войск Национальной гвардии Российской Федерации. Сейчас эти талантливые военные музыканты показывают нам плацпарад в честь Дня Победы и исполнят фрагмент гимна 2-й армии. Военный парад прошел, но праздничные мероприятия на нашей площади продолжаются. Впереди мы увидим торжественное прохождение исторической военной техники, парадных расчетов военно-исторических клубов Самарской области и шествия бессмертного полка. Наш военный парад и парад военно-исторических клубов продолжается. Показательными выступлениями летчики, активисты военно-патриотических клубов. В небе над площадью демонстрационный полет выполняет исторический экземпляр самолета По-2. Летчик Евгений Смирнов.
Сводный военный оркестр Самарского гарнизона завершает свое выступление. Сегодня военные музыканты продемонстрировали нам свое виртуозное владение музыкальными инструментами и под свой аккомпанемент и ваши аплодисменты, четко держа строевой шаг, покидают площадь. Дорогие друзья, сейчас на эту площадь выйдут парадные расчеты военно-исторических клубов Самарской области. Мы увидим плацконцерт, мы увидим прохождение военно-исторической техники, и наши торжества продолжаются. Парад, посвященный 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, продолжают активисты военно-патриотических клубов Самарской области. На площади имени Куйбышева езжает историческая техника клуба военно-патриотического воспитания молодежи. Они сражались за Родину. На площади техника военных лет, найденная и восстановленная активистами клуба. Военной техникой управляют энтузиасты, своими руками по деталям восстанавливающие военные раритеты. А в это время в небе над площадью Куйбышева вертолеты Ми-2 ЦСКА ВВС «Самара». Показательные выступления над площадью имени Куйбышева проводят пара вертолетов Ми-2 Самарского областного аэроклуба «ДОСАВ России». Первым идет вертолет с флагом Победы под управлением летчика первого класса Анатолия Федотова. Второй вертолет под управлением летчика первого класса Сергея Косаухова несет флаг Российской Федерации. По площади мы видим технику военных лет, мотоциклы марки К-750, которые применялись как фронтовые разведчики в передовых воинских подразделениях. По площади имени Куйбышева выходят автомобили Dodge WC-51. Это тяжелый американский внедорожник повышенной проходимости, простой и удобный в эксплуатации, поставляемый в СССР 42 года по договору Ленд-Лиза. Это боевой экземпляр к автомобилям Dodge
прицеплены 45-миллиметровые противотанковые пушки, легендарные 45-ки. На площадь торжественным строем выходят автомобили ГАЗ-67Б. Один из автомобилей буксирует 45-миллиметровую пушку. Эти небольшие автомашины использовались для перевозки стрелкового оружия, снарядов, артиллерийского вооружения, противотанковых пушек и полевых. Торжества на площади Куйбышева продолжаются. Еще очень многие самарцы сегодня примут участие в акции «Бессмертный полк». Хочется добавить, что в регионе вообще очень много торжеств проходит, посвященных Дню Победы. С 5 мая на площади Славы возлагали цветы. Вчера здесь, на площади Куйбышева, состоялся очень яркий концерт. Мы Великой Победе песни будем петь вместе. Их исполняли коллективы разных предприятий. Ну, в том числе и наши коллеги, журналисты, ведущие ГТРК «Самара», они исполнили песню военных корреспондентов. Еще одна очень важная акция. Вспомним всех поименно. На площади Славы на специальном экране перечисляли фамилии всех жителей Куйбышевской области, кто не вернулся с войны. Ну а сегодня самарцев ждет еще один большой праздничный концерт. Он состоится здесь же, на площади Куйбышева. Вход свободный. А изюминкой этого праздника станет такая танцевальная акция «Вальс Победы». В ней смогут принять участие, ну, все желающие. Ну и, конечно же, будут выступать все лучшие коллективы Самарской области. Ну и то, что касается телевизионного эфира. Сегодня вечером, а также завтра, 10 числа, в эфире канала «Россия-24». Смотрите самые интересные моменты как сегодняшнего парада, так и всех концертов. Ну и, конечно, по окончании сегодняшних торжеств состоится праздничный фейерверк. Он будет длиться 13 минут. Ну а большие праздничные торжества в честь главного праздника Дня Победы в Самарской области продолжаются. Ну а эта трансляция была для вас организована коллективом ГТРК «Самара». Ну а сейчас мы передаем слово нашим коллегам в Москве, где состоится главный парад страны. Внимание на Красную площадь. Минометом. Автомобиль УАЗ, который сейчас выходит на площадь, буксирует авиапушку с самолета Ил-2, найденную на местах боев в Волгограде. Замыкает колонну военно-исторической техники автомашина ЗИЛ, в которой, как всегда на парадах Победы, едут воспитанники детского дома из Чапаевска, одетые в форму морских пехотинцев. Воспитанники Чапаевского детского дома приветствуют ветеранов Великой Отечественной войны. Руководит клубом «Они сражались за Родину» почетный адвокат Российской Федерации, майор запаса Александр Паулов. Над площадью выполняются показательные выступления в составе пары летчиками Самарского областного аэроклуба. В небе трехкратный абсолютный чемпион СССР по самолетному спорту, начальник аэроклуба Геннадий Черковский и летчик первого класса Дмитрий Швайков. Пилоты покажут элементы пилотажа в составе пары. Над ними пилотируются самолеты Як-52, советский спортивно-тренировочный самолет. Он представляет из себя двухместный цельнометаллический моноплан с низкорасположенным свободно несущим крылом. Взлетный вес самолета 1,5 тонны. Мощность двигателя 360 лошадиных сил. Максимальная скорость самолета 360 км в час.
Летчики Самарского областного аэроклуба приветствуют собравшихся на площади и поздравляют ветеранов с праздником Победы. Сейчас один из самолетов будет осуществлять имитацию атаки воздушной цели, а второй будет уходить из зоны поражения. Выходит плацгруппа военно-патриотического клуба «Гвардеец», одного из пяти клубов студенческого военно-патриотического объединения «Сокол-Скаут» Самарского университета. Клуб «Гвардеец», руководителем которого является преподаватель военной кафедры майор Игорь Тормозов, является одним из лучших среди военно-патриотических клубов Самарской области. Показывают лучшие курсанты клуба «Гвардеец» Альбина Герасимова, Олеся Матвеева, Лена Сергеева и Ксения Черный-Ткач. По итогам областных смотров часовые постов номер один в номинациях «Часовые памяти» и «Плацпарад» команда «Гвардеец» неизменно занимает призовые места. Командиром плацгруппы является студент 5-го курса Самарского университета, выпускник военной кафедры Юрий Алексеев.
Торжественный марш продолжают активисты военно-патриотических клубов. На марше школа «Кадет» номер 95 имени Героя Российской Федерации Золотухина города Самары. Парадный расчет возглавляют офицеры запаса майор Гаскаравайный и капитан Архипов. Парадную коробку мальчиков возглавляет старшина роты Володя Гуренков, по парадную коробку девочек заместитель старшины школы Аня Солдаткина. На площадь выходят кадеты 1-го в губернии Самарского казачьего кадетского корпуса. Возглавляет учреждение казачий полковник, кандидат юридических наук, заслуженный работник науки и образования Российской Федерации Александр Рявов. Под его руководством юные воспитанники готовятся стать настоящими защитниками своего отечества. На площади парадный расчет Самарского филиала Всероссийского университета водного транспорта. Парадную коробку возглавляет ветеран боевых действий, заместитель директора Анатолий Федотов. Выпускники вуза принимали активное участие в становлении и развитии торгового флота, проявляли мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны. Пятерым выпускникам присвоено звание Героя Советского Союза. На марше военно-патриотический клуб «Патриот» Поволжского государственного колледжа. Колледж основан в 1943 году. Возглавляет парадный расчет студент 3-го курса, отличник учебы Вячеслав Безруков, директор колледжа, доктор педагогических наук Владимир Гусев. На площади в торжественном марше под именем генерала Маргелова, флагами ВДВ и войск специального назначения парадный расчет Самарской региональной общественной организации ветеранов «Союз десантников и подразделений специального назначения». В составе парадного расчета участники боевых действий в Афганистане, Таджикистане, Азербайджане, Северном Кавказе, кавалеры орденов Красной Звезды и орденов Мужества. Парадный расчет возглавляет председатель правления Ирек Кашапов. По площади проходит Самарская региональная общественная организация ветеранов морской пехоты и спецназа ВМФ. В строю морские пехотинцы всех флотов Российской Федерации, Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского и Каспийской флотилии, которые участвовали в боевых действиях на Северном Кавказе и выполняли интернациональный долг в Эфиопии, Анголе, Египте, Гвинее, Бенине, Сомали и Вьетнаме. Ведет колонну кавалер ордена Красной Звезды подполковник Юрий Кондрашов. Сегодня в парадном расчете курсантов военно-патриотических клубов ДОСААФ проходят курсанты Самарской объединенной технической школы ДОСААФ России и Самарского университета имени Королева. Возглавляет парадный расчет помощник начальника школы по общественно-массовой и военно-патриотической работе подполковник в отставке Олег Шушарин. В парадном строю студенческое военно-патриотическое объединение «Сокол ГАУ» Самарского университета. Оно было создано в 2008 году. В состав объединения входит 5 клубов. Руководит клубом почетный работник высшего образования России, заместитель начальника военной кафедры СГАУ, полковник Виктор Адабеску. На площади казачий конный парадный расчет Волжского войскового казачьего общества, участники 1-го зимнего конного казачьего похода. В строю казаки и кадеты Самарского окружного казачьего общества, верные защитники нашего Отечества. В
Ваше приветствие активистам военно-патриотических клубов Самарской области.